Всем привет, друзья! И сегодня мы собрались в Дорсе у этого камина. Да. И мы исправили ту ошибку с моим экраном. Я исправила. Ну, а пошаманила. Давай этот отчек. А подожди, а мы же вдвоем хотели. Не, ну давай с ней. Не вдвоем. Давай. Ладно. Ты согласился. А давай с этим. Давай с игроками. Мы с тобой... Они все равно все помрут. Мы с тобой... Откуда ты знаешь? Ладно, да, пойдем. У нее добро пожаловать. Но может она просто не знает, как пойдем. Изменять. Пойдем. Вот я иду за тобой. Ты где? Где я? Прям перед тобой стою. Вот. Я зашел. Что такое? Просто ржу. Где ты? Ладно, все. О, ко мне Марио присоеди. Марио Динт. Это мой друг. А я его не знаю. И знать не хочу. Я куплю отмычки. Зачем? Чтобы если румсы, тогда там нужны отмычки. Там в румсах нужны отмычки. Да? Ладно, давай по зажигалке купим. Нет, отмычки. Ладно, по отмычке хожу. Нет, отмычку я буду покупать. Ты, если хочешь, то купи зажигалку. Я буду отмычку. Давай я лучше зажигалку куплю. Да. Хотя я ничего не буду покупать. А я отмычку купила. Я ничего не буду покупать. Ну, погнали. У меня две отмычки, там как раз главное их не потратить. Так, кто их тратит, ладно? Так, дай мне лут пособрать. Да давай, там иди лутай, а я делаю спиндометр по Майнкрафту. Какой это Майнкрафт, это Дорс? Ну да, Дорс. Ты где? В смысле где? В прямом. А, все. Ты прямо передо мной стоишь. Все, давай. У меня с экраном проблемы. В общем, давай ты на ключ накопишь. 400 погоди, монет. Стоп, не надо. Погоди, не надо в двери, я хочу лучик забрать. А я иду. Сейчас я отмычками буду защищаться от тебя. За что? Это как крест. Крест? Да, выглядит как крест, когда ты достаешь. В темноте? Да, в темноте. Но мне все-таки тоже нужно 400 монет. Потому что ты крест копишь, да? Да. Издеваешься. А как мы румсы откроем, по-твоему? Там нужно ключ за 400 монет. Хотя, если повезет, то мы его встретим. Но я думаю, не повезет совершенно. Если встречу еще отмычки, то буду открывать сундуки. Ну го. Я думаю, тут будут отмычки. Ладно, ты там иди лута, я пошла. Тут рашенник. Стоп, не надо. О, а тут как раз сундуки. Так, пожалуйста, открытый. Так, блин, а что это такое? Ладно. 25 монеток. 25 чего-то. Угу. Ну да, иногда везет, а иногда не везет. Ну, 25 монеток тоже так, монетки. Так, иди ко мне. Бегу. Иди сюда, тут, открыть. Так, деньги. Деньги. Да, блин, ты... У тебя сколько? У тебя сколько? 35. У меня 210 чего-то. Так, ты не лутай мои ящики, мы ключ вообще-то ищем. Как будто я его не ищу. Мне нужно 400 монет, понимаешь? А мне 500! Понимаешь? Не ищи ключ, он у меня. Ага. Я пошла с ключом. Я пошла деловая такая с ключом. Ты что открыла? Да, открыла. А где дверь-то? Какой стороны? А, все, вижу тебя. Слепой совсем, да? Да, очень слепой, да. Вообще слепой, да. Трэш. Мне тоже... Мне нужно всего-то на 100 меньше, чем у тебя. Так, а нам куда? А нам... Тут без вариантов, тут без вариков. Да, без вариков. Так, тут темно. Тут темнота. Поморгала. Летит, походу, парень. Летит! Сейчас спрятался. Господи, я под кровать в последнюю секунду залезла. Чё, да, я под кроватью, он тоже не ловит. О-о-о, я свет вижу. Что, открылась дверь? Я тут уже давно стою. Ладно. Хорошо. Так, нам в 15-ю. Вот, нам в 15-ю, нам сюда. Снова темно, блин, сейчас крич будет. Точно, 100%, миллиардов процентов. Мне что? Да не говори, что здесь ключ надо искать. Я же говорила, что скрич. А у тебя? У меня скрич. Не нужно тут ключ искать. Погоди, стоп. А где я? А где-нибудь? Погоди меня. Да тут все равно, тут сундуки должны быть. А где ты? А что, я тебя вижу. 0014, да?
Блин! Так он тебя не убил. Алло, там уже была дверь открыта, я ее случайно открыла. О, все. Я вижу. Да ну подожди ты меня, куда ты прешь? Блин, у меня багает игра, ты бегаешь на месте. И у меня багает игра, ты тоже бегаешь на месте. Аня. Подождите. Все норм. Все норм? Все норм. Правда, мне хп чуть-чуть снесло. Половину всего лишь. Бери. А, все, где? Не успел. У меня 100 монет. У меня 280. Да, блин, у меня все багает. Ну, тут я начинаю. В общем, давай, когда ты наберешь 500, тогда ты перестанешь искать. Договорились. Только если ключик. Ну, и... Сразу. А, кстати, знаешь, ключ тоже звенит. А я первый, ха-ха. Тут, блин, снова ключ искать надо. Да, давай я туда. Я в эту комнату, я сам уберу. А, давай, о, господи, о, это будет. Давай много. Ты вправо, давай я вправо, а ты всегда левую, а я правую. А, да, это левая, да. Тут, блин, дюб. Опять? О, тут переход. Нет, я понял, тут переход. Ярик. О, 320 монет. Ярик, опять. Да. Подожди, тут сердечко есть. Сердечко. Где, покажи. Вот там вот сердечко. Смотри, сердечко. И как мило. Скрич, спасибо тебе в крупных кавычках. Это моя комната. Ничего, я за ним сейчас слышу. Мои комнаты закончились. Буду красить твои. Хе-хе. Блин, я под кровать залез. Ненавижу кровать. Кстати, на ключе... О, пластырь. На ключе должно быть написано. Какая дверь. Да, блин, тут... А ты открыла двери? Ну, я открываю. Уже подсветило. Господи, я как раз шла туда. Так, 20-е, все, я пошла. Сейчас только еще... Ну что, я понял, какая дверь здесь. Полутаю. Да, блин, нету вообще денег. Ты где? Ну, погнали, я тут рядом. Погнали. Хорошо, что на ключе написано. Хотя иногда... О, хорошо. Давай я в эту. С отмычкой я его убью. Или это обманка? Нет. Он лечит. Не обманка. Сейчас он, наверное, нам откроет. Кстати, да, Раш еще и открывает правильную дверь. Если дюб. А куда идти? Я? У меня нет отмычки. Я знаю. Бля, хотела сказать, у меня нет отмычки, но у меня есть отмычка. Так, все, я нашла дверь, но тут снова темно. Куда мне идти? О, я нашла. Погоди, а где ты? Да я тут... тебя не вижу. Нет, жди. Да я тут зажигалка. Погоди. Нет. Иди ко мне в ту комнату, помоги мне поискать. Сейчас я ключ найду и тебе поищу. Я же недаром зажигалку искала. Давай, иди ко мне. Тебя телепорт нет. У меня скрич телепорт. Это у меня. Так. Божечки мой, где ты? Я подсвечиваю тут все. О, все, капец. Вижу. Все, свет. Я вижу. Вот и молодец, что видишь. Что я тебя вижу? Я тебя сейчас ключом пронжу. Подожди, стой. Сейчас тебя... Да не шевелись сейчас. Тебя ключом пронзило. За что? Да все хорошее. Так что, открыла? Да, открыла. 25-е. Не, я, пожалуй, лучше хилочную комнату открою. Да мне побольше монеток вообще-то надо. На 100 всего лишь, ты иди утай. 350 монет у меня. У меня 235. О, что я вижу? Комната. А, нет, это наша прошлая. Это наша, да. Так, ладно. Держись возле меня. Я где ты? А, что я тебя вижу? Мне повезло, у меня зажигалка есть. Так я пошла. Так, нам так, сюда тут где-то здесь. О, вот. Лут. Так, теперь тут, наверное, дюк. Ты где? А, сейчас увидишь. Где я? Дальше. Тут снова темно, вы издеваетесь. А ты где? Где-то. Я сама не знаю, где я. Использую зажигалку. Ты зачем? Она вообще для этого и существует. Чтобы ее копить. Где я там? У меня половина зажигалки. Так, это обратно. Я ничего не вижу вообще. Меня... Почевонный свет, подскажи мне. Так, ну тут не моргало хотя бы. Вот, кстати, молния, кстати, тоже подсказывает. Она же подсвечивает. Погоди. Вот уже путеводный свет тебе помогает. Вот он. Я вообще не... А, все, вижу путеводный свет.
Что, я за тобой? О, сейчас, наверное, глазенки появятся. Мое самое нелюбимое испытание. Поморгала. Поморгала. Давай. А нет, стоп, это... Тихо. Сейчас я потом помню. Ненавижу Раша. А вот я ненавижу Сика. Из-за того, что очень тяжело. Да, так. Блин, что я... Использую зажигалку. А какую я использую? Так, тихо, а не проходи. Так, на в 31. Я где? Ничего не делай, ты, блин. Что я? Не ори. Тут все равно дюб. Сейчас, погоди. 30-я, на в 31-ю. Путеводный свет, помоги этому человеку, пожалуйста. Этому человеку. Вот ты бежишь. Ой, блин, у меня снова бага, ты бегаешь на месте. У меня тут стена какая-то. Ты... А, все, тебя вижу. Ты издеваешься? У меня багает. Не у меня багает. А, все, отбагалось. У меня отбагалось. У меня нет. У меня отбагалось. Ну, хотя бы путеводный свет подсветил. Я не понимаю, почему у меня путеводный свет светит? А, надо было пригнуться. Да, но ты бегаешь на месте. Блин, покажи-ка, что у тебя там. Вот я тебя не вижу. А если что, то нам в 31-го. Ладно, го. Погоди, стоп. Да, я свет получше сделаю. Подождите, а почему у меня... Что? Почему ты бегаешь на месте? А почему я дверь не могу открыть? Ну, у меня все открывается. Откройте. Это эрор-код. Я не понимаю, подождите. Ты багаешься у меня? А я не могу дверь открыть. Но... Постой меня ты, я дверь не могу открыть. А, ты у меня бегаешь на месте. У нас обоих все забагалось. У нас обоих все забагало, да. Хебра. Ну давай, ливаем, потому что так нереально. Да у меня свет... Вот, отбагалось. У меня отбагалось. А у меня отбагалось. Вот, ливаем, блин. У меня свечка была. Слыхал такую штуку, свечка? Что я за тобой иду? Вот и молодец. 31-я, да? Нам это уже как бы... Подальше, чем 31-я мы. О, что тебе... Какая там темнота? Там полный свет. А, не свет. Не свет, ага. Свет. А где это все? А, у меня не багает хотя бы. Так, ладно, я, пожалуй, зажигалкой воспользуюсь, потому что она у меня заканчивается. О, скрич. Скрич. Вонючий. Скрич. Крыч. Так, нам чисто теоретически нужно идти вперед, да, нам? Что, глазенки появляются. Дай мне лучик. Да что ты у меня весь лут забираешь? Так вот, это у меня. Иди утай там, а я посмотрю там. Да, я так, тут 5 монеток тупо. Я забираю себе 5 монеток. Ума, 5 монеток тупо. Глазенки. Так, зажигалка мне. Если зажигалка будет. Если отмычки, то тоже тебе. Я тут полутаю. О, зажигалка. Вот и молодец. Тут монетки очень много. У меня 390. У меня... Это не картина. Вот сейчас мы будем убегать. Я знаю. Я буду на нем стоять с отмычками. Вот что и требовалось доказать. Погоди, стоп. Я буду ничего дальше не идти. Да я тут вообще буду стоять. У меня 415, ура. Ладно. О, у меня отмычки в руке переворачиваются. Вот, блин, нужно бы... Видишь, я там стою. Надо было позади чуть-чуть. Ну да, чуть-чуть вот сзади. Ну и... Иначе бы я стояла... Погнали. Погнали, короче. Удачного бежанья. Бежанья. Так, тихо. Какую, не знаешь, че? Не знаю. Влево. Лево. Блин, мне нужно было витаминки купить. Блин, я чувствую, что он меня догоняет. Право. Надо было вправо. Блин, меня догнал. Меня догнали. Бедненький. Ненавижу, Сика! Ну, сейчас я тебя отмычками задубасю. Да, блин, давай, ливай! Ты что ты орешь? А можно мне к нему обратно? Можно мне умереть, пожалуйста? Да я хочу пройти. Да ну, Даша! Что ты орешь? Мы должны вместе это проходить. Ты не ори ты. Давай до последнего умирания. Что ты орешь? Все, я погнала. Давай, я тут. Почему всегда из двоих? Ах, тут за. Вот, сюда.
Погнали. Подобила. Погнали. В этот раз я не буду ничего покупать. С твоим знанием Дорс, я думаю, что мы не найдем Дорумсов. Соло. Ну, я ненавижу отбегать от Чика. А я тоже ненавижу. Так, ничего не покупаем. Все, мы погнали. Так, спиндаметр по Дорсу. Позвеним в звоночек. Зачем? Чтобы кнопка приседи появилась. Это так же, как и посмотришь на картину. Да, так же. Все, погнали. Ты где? Я тут. Вот ты молодец, что там. Если что, у меня то... 50 монеток. Если что, то он копит на крест, потому что я уже изгоняла. Да. Че, болеешь? Да. О, ты у меня забагана. Ты бежишь на месте. О, все. У меня все отбагано. У меня теперь открываю дверь. Все. У меня еще нормально. Так, ладно, седьмая. Так. Ты пока там ходишь, лутаешь. Я тоже полутаю. Ну, блин, у меня 0 монеток. У меня 60. Так, ну тут все равно можешь бежать. Так, в этот раз я не попрусь туда. Прись теперь ты туда. Ты где вообще? Я? Не знаю. Лутаю. Матерь Божия. Так, все, теперь будешь переться ты туда. Туда вот переться будешь ты. Так, все. Ты уже зашла, иди. Давай. Ну, давай ты. Это твое. Ты там уже был. Мое это разгадывать шифр в библиотеке. А, тогда не заходи туда, потому что там раш может быть. Куда? Я не заходил. Ну, в саму комнату. Ты заходил? Нет, ну, я в саму комнату. Я там полута. Слушай, 10-я дверь, раш появляется от 12-й. Слушай, я нашел рычаг, но я не буду его дергать. Между прочим, я дергала, когда ты был там. Слушай, погоди, погоди. А не, стоп. Я понял, где он. Он не в этих. Я понял, где он. Короче, я понял. Обманка, обманка, огромная обманка. Вот и ты... не надули. Уже путеводный свет подсвечивает, божечки. И... А, все. Вот оно тут. Все, я уже. Все, молодец. Вообще-то, просто он может быть любой. А что ты там не поутал? Знаешь, на самом деле, в Дорсе не 100 дверей, а больше. Ну что... Так, кого? У кого? Тебя. У меня, у меня. Так, все, я открыла дверь, но тут снова темнота. Тут тоже? Да. Блин, я в столб. Ненавижу темноту. Я открыла еще одну дверь, и тут снова темнота. А, нет, не темнота. Ой, я вижу, вижу, вижу тебя. Поморгала. Так, давай я в этих. Все, вылезаем и идем-ка им. Так, где тут? Блин, тут снова темнота. Да что так много темноты? Вы издеваетесь. Согл. Еще, подождите. Да тут ключ искать надо. В полной темноте. Там, где очень много... Слушай, давай подожди, пока подсвечивать свет будет. Ну, ты на путеводный свет полагаешься? Я бы на него не полагалась. Он иногда на чили на расслабоне. Из-за него я в Сити умерла. Ты что так много тебе монеток попадается? У меня 85. У меня 60. В прошлый раз у тебя было больше. Так, блин, я ничего не вижу. А тут... У тебя. У тебя был псы. Нет, у меня его нету. Был псы. Вот все, подсветило тебе. А, блин, а ящик? А ящик? О, все, тебя вижу. Так, блин, тут нету. Ой, о, все, наконец-то я комнату хотя бы вижу. Ты у меня подлагиваешь. И ты у меня чуть-чуть. Что у меня шкаф? Иди ко мне, иди ко мне. Тут 100 монет, тут 100 монет. Иди ко мне, иди ко мне. Что это? Да, 100 монет. Вот. Вот, вот тут вот. Видишь? Это 100 монет, я знаю. И? А я пойду тут лутать. Что? Взял у тебя сколько монет? 160. У меня 135. 145. А стоп. Где ты лутала? Вот он просто на столе лежит ключ. До слова совсем. Ну ладно, я погнала.
Погнали. Хоть вот. Бы я темнота. Это у меня. У тебя. У меня вообще не в темноте. Скрич офигел, он псыкает не в темноте. Согу. Так, Стопейн, ты уже отошел? На 16-ю. Я как раз здесь рядом стою. Бежим, бежим, бежим. Спидометр по дорсу. Погнали, погнали, быстро спидометр по дорсу, погнали. Быстро, 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 погнали спидометр по дорсу. Я открыла дверь. Погнали, погнали. Тут снова темнота. Ненавижу темноту. Так, так, тут шкаф, это мне не нужно пока что. Так, так, это я возвращаюсь обратно. Это шкаф. А, показалось. Просто мне показалось, что Раш идет. Так. Идет? Ну, хотя у него ног. Так, у меня, обратно. У меня это у меня. Ты вернулся обратно. Я знаю. Фу, я чтоб так, чисто. Трэш. Для навигации. Тут... Это уже у меня, походу, да. У меня. Скрич, ты бесишь. Ура, я нашла выход. А где, где? Господи, матерь божья, он не псыкнул. Потому что Скрич... А ты где? Ты прямо шла? Я не знаю, куда я шла. Я помоги мне. Потому что я налутала зажигалку, поэтому я... О, все, я тебя вижу. Видишь? Вот и... Это у меня. Иди, раз видишь. Ты где? Ты же меня видишь. Видел. Тут уже подсвечивает. О, все. Блин, я слепой. Я очень удачно полутала. Если бы я вот тут вот не полутала, у меня бы не было бы сейчас зажигалки. И ты бы попозже бы нашелся. 21-е. О, сколько монеток. Мне кажется, сейчас будет моргать. Сколько у тебя монеток? 285. Эмоциональный человек. 285. Иди. Наконец-то. У меня 305 монеток. Сейчас будет моргать, кажется. Но это не точно. И хорошо, что это не точно. Потому что нам это не надо. Мне... А что я не могу в кафе открыть? Блин, тут отмычка нужна. Можно... А можно мне зажигалка вместо отмычки? А можно открыть? А-а-а. Что зажигалка вместо отмычки открыть? Вот тут бы отмычка бы мне пригодилась. Поморгала. Что так быстро? Так, стоп, ты где? Умер? Умер, умер. Капец, все. Капец. Ну, 20... Ну, зачем ты открыла ту дверь? Что тебе надо? Зачем ты открыла ту дверь? Что ты орешь? Зачем ты открыла ту дверь-то? Какую? Ну, ту, на которой страшал. А что, нам стоять, вместе что ли? Вместе бы открыли. Откуда я знала, где ты? Я рядом стоял. Я тебя не видела. Надо было сказать мне, что ты дверь открываешь. Хорошо. Будешь пенять на себя. Я тебе заговорю до смерти. Угу. В крупных кавычках. Все, погнали. Погнали. На четверых заходим. Ладно. Вот все, заходим. Я зашла. Хоть что-то, хоть какие-то... Ох, что, наконец-то. Выпутите. Выпутите. А тут нажми на вот эту кнопочку и выпутишься. Что ты такая злая? А что ты на меня орешь? Ладно, выходи, на двоих заучу. Ты где? Ты нуб, что ли, снова? Что-то? Что, я тут с тобой рядом. Давай, заходи. Не успел этот парень. Бедненький. Ну, давай помолимся, чтоб хотя бы что-то было. Креста у меня точно не будет. Я недавно его в сундуке нашла. Хотя, кто знает. Может, будет. Он даже на первой двери может попасться. Чулель? Да. Если поутать ящик. Так, там... Таша. Что? Молимся, чтоб у нас крест был. Все, погнали. Ты там иди утай. Вот теперь я тебя до смерти заговорю. Я открываю дверь. Я открываю ящик. Я открываю дверь. Она закрытая. А я тебе не просила открывать.
И кия. Да. Кия. Что? Слушай, ты кия. 120. Я открываю дверь. Капец. Нам бы до библиотеки дойти, я открываю дверь. Ладно, можешь не говорить. А я буду. На 10 монеток. Спасибо за 10 монеток. Все, смотри, если ты умрешь, то я буду доходить до библиотеки. Даже если ты умрешь в библиотеке. Я придумала песенку, над твоим телом потанцую. Сейчас я попою. Я хочу сжечься. Тупая смерть, сжечься. У меня не получается сжечься. Тхаре. Божечка мой. Меня куда-то заносит. Же дрифт. О, у меня зажигалочка. Поздравляю. Будешь мне подсвечивать. Я открываю дверь. Сейчас или в следующей комнате будет раш. 11-я, нам в 12-ю. Спасибо за приглашение пойти не туда. Да ты куда? 12. Тут сундуки. О, блин. Ну давай. Иди сюда, тут 3 зажигалки. Где? Тут 3 зажигалки. Реально? Реально. Где ты? Вот, тут еще 2 зажигалки. 2 зажигалки, дай я пополню свою. У меня половинчатая зажигалка. Ты что? Ты в смысле, ты взял? Тут еще 2 осталось. Нет, я пополнил. Я другую взял. Да блин, тут мне. Там слишком много, блин, я не. Ой. Я не могу взять зажигалки, поскольку там слишком много. Мы оставили 2 зажигалки сзади. Сейчас будет моргать. Вот в следующей комнате. Я открываю дверь. Летит раш. Блин, есть шкаф? Залезаем. Ты вышел? Что, я вышел. Молодец. А мне тупо пройти прямо, и все будет нормально. Вот все. Ну хоть что-то есть полезное в зажигалке. Я открываю дверь. Не надо. Тут падают шкафы. Так, 16-я нам в 17-ю. Спасибо за приглашение пойти не туда. Давай сначала лутцы сделаем. Так, это 18-я. Ну, нечего лутать. О, крест! А, не крест. Крест. Крест, это шар был. Шар. Шарокрест. 17-ю, да? Да, ты уже туда вошел. Теперь 18. Давай, ты где? Шарокрест. Я открываю дверь. Шарокрест. Оба-на, здесь обычно зажигалки попадаются. Но... О, тут ключ тупо на диване. А стой, тут еще отмычка. Отмычка, отмычка. Зачем тебе отмычка? Зачем, скажи. Нужна будет. Зачем тебе отмычка? Так, ключ на диване. Да, на диване. 20-я дверь. Ребята, это жесть. Так, а какая жесть? Просто идем вперед, если что. Да, это нам молния подсказала. Да, молния это что-то. А, знаешь, есть путеводный свет, а есть курсионный цвет. Угу. Свет. Цвет. Цвет. Курсионный цвет, а малиновый цвет. Надеюсь, сейчас мы до фигуры дойдем. Вообще-то я часто Маргарет. Дохожу до фигуры, а вот с этим человеком я не дохожу. Летит. Выжил? Выжил. Молодец. Матерь Божья, знаешь, у меня бывает багается, у меня скример пролетает, у меня лицо Раша просто перед экраном пролетает. Ты где? Вот ты. Уже бегу, пупсик. Так, идем. Это глазенки. Теперь идем оба. Погнали. Оба идем. Эй. Я уже за тобой. Давай. Так, я направо пойду, точнее налево. Так, тут ничего нету. Ты нафиг зажигаешь. Так, все, есть. Погнали. Я открыла. Спидер, подошел. Надеюсь, сейчас ты сика пройдешь. Ну, не сейчас прям. Вот очень хорошо, что когда глаза никакого не раша. Не может быть. Правда, скрыть где может я, кто я, что я? Да, зачем ты сюда пришел? Так, тихо. Что тут? Отмычки. О, это что? Я беру. Что у тебя есть уже отмычки. И немножко полутаем. Ладно. А сколько у тебя монеток?
95. У меня 170. Блин, у меня багает. Багает? Ну, ты еще знаешь как? Я знаю, я бегаю на месте. Нет, ты не бегаешь на месте, а меня телепортируют обратно в ту точку, из которой я вернулся. А, да, бывает такое. Так, короче, вот когда мы... Короче, сик будет сейчас. Ну, когда мы откроем дверь. 100 монет. У меня 130. У меня 270, ха-ха. Что ты у меня весь ут забираешь? Все, теперь я буду у тебя ут забирать. Это как вызов? Да, вызов. О, блин, тут этот, тут этот чел. Тут этот дюб. Ты только скажи. О, я ключ нашел. Я не знаю. А какой, а ключ от какой двери? От 30-й. Значит, нам в 30-ю. Да, 30-й, нам в 30-ю. Это логично. Так, 30-я вон там. Ну, ладно. Открывай ты первая. Девочкам надо уступать. Погнали. Вот я же говорила, что сейчас будет сик. Так, давай я буду на нем стоять. Давай, ты иди, а тут монетки. Нет, стоп! Ха-ха-ха. Мои. Ха-ха. Ты не будешь на нем стоять, походу. Ладно, все. Желаю... Удачи. Давай, мне кажется почему-то, что я сейчас умру. Так, ладно, погнали. Что, норм? Так. Что, норм, что, норм? Я бегу. Куда? Так, куда? Я не направо, знаю. Направо, 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 направо. Направо. Так, что, норм, что, норм? Что, норм? Блин, так, куда, куда, куда? Куда, 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 куда? Налево, налево, налево. Блин, я умру. Я его чувствую прямо сзади меня. Я умерла. Трэш, я знала, что я умру. Пока. Ну вот, все, поливай. Ладно, это спокойно поливаю. Поливаешь. Поливаю, ты... поливаю. Да, я поливаю еще. Давай, ты где там? А, вон. Что-то у меня с тобой не получается проходить. Сога. Где ты там, давай. У меня не получается с тобой проходить. Совершенно. А вот что-то вот одной, ну точнее, ну не одной, а с кем-то, просто левыми людьми. Давай теперь с левыми людьми. Ты где? Ты где тут прыгаешь? Давай с левыми людьми, давай. Го-го-го-го-го. Вот. Ну вот. И самый последний лев вот этот вот. Вот этот вот, давай, погнали. 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 Меня не впускают. У меня багат игра, меня не... О, нас четверо уже. Все. Все, а где я? А где я? А кто я? А почему у меня тут... А, я, видно, была за пределами лифта. Скорее. Ярик, ты трэш. Ладно, допустим. Все, лифт без меня не уедет. И без меня. Так, кто первый, кто первый? Соревнование, ты первая. Только не говори, что лифт без меня уедет. Еще 20 секунд. Ха, у меня эр-код. Трэш, пацан. Ладно, я выхожу. Что тут... мне этот уже эр-код полностью надоел? Трэш, конечно. А что, это дача что-то хотела. Тут интернет плохой. Этот эр-код полностью меня уже достал. Что ты орешь? С кем не бывает. Что-то мне кажется, что мы сегодня до фигур не дойдем. Согол. Мне тоже кажется так. Здравствуй. Я не вижу тебя, но все равно здравствуй. Ладно, погнали сюда. Если что, то stay out my way. Это типа уйди с моего пути. Это когда ты изгнал Вы Раша. Пучи-чи-чи. Вы Шу пучи-чи-чи. Другу пиши я. Я не друг. Я подруга. Экин. Вы друзья. У тебя ошибка и у нее ошибка. У меня видно самое лучшее достижение. У меня легендарное или мистическое. Блин, нас трое. Что это девочка? Вот меня бесят люди, которые... По самую последнюю секунду в Дорсе все абсолютно выходят из лифта, кроме меня, потому что я не успеваю. И получается, я играю одна. Написано, что 4, но я играю одна. Потому что мне не везет. Так, настрою, все. Пожалуйста, только эрор-код. У меня 444 монеты. Ура! Бронзы. Все, погнали, погнали, погнали. Погнали, погнали, погнали. Можно остаться в лифте, кстати. Я останусь в лифте, но меня потом вытолкнет. Ладно. Монетки, монетки. Поморгала. Ну давай. Парень. Чел. Лучше сам возьму.
Он так специально, типа, чё вы? Нужно его изгнать, если крест найдем. Так, ладно, погнали. Спиндар... Ну, ты понял. Спиндарбандорц. И... Тан-тан-тан-тан-тан-тан. Надеюсь, мы дойдем до этой двери. До 50-й. Да. Если ты умрешь на 50-й, я кое-что сделаю с тобой. Что? Изгонишь меня? Та дверь моя. Подожди, а тут, может, отмычки нужны? Да, тут отмычки нужны. Да, тут отмычки. У тебя сколько денег? У меня 15. У меня 5. Поэтому не горюй, пацан. О, глаза. Что-то, мне кажется, рановато глаза появились. Тебе так не кажется? 6-я дверь. Капитан Джек. Кстати, я никогда Джека не встречала. Стоп! Погоди. Не понял. Сейчас, погоди ты меня. У меня бага. Сижу я просто сижу. Я ползаю. Здравствуй. Поводгай. Стоп. Да. Блин! Сколько? Матерь Божья! У меня больше половины ХП снесло. Потому что я тогда смотрела, сколько нас. И у меня реально больше половины. Не, я, пожалуй, куплю ключ от хилки, если хватит. Или пластырь. У тебя сколько ХП снесло? У меня осталось больше половины. То есть мне ключ от хилки нужнее. Да, тебе ключ от хилки нужнее. И пластырь. Давай ты туда. Так. Там тут ключ нужен, да? Нет. Как раз пластырь, спасибо. Вот как раз вот. У тебя сколько монеток? 60. У меня 100. Какого? Подожди, какая дверь? 12-я, нормально. Какого меня сожрал? А конечно, все понимаю, я в последнюю секунду залезла, но моргала или нет? Не моргала. Ну, это супер хард мод. Чего ты хотел? Какой супер хард мод? А мы надписи попутали. А мы надписи попутали, да, серьезно, мы надписи попутали. Трэш, ладно, если ты еще раз умрешь, то я буду проходить одна. Последний раз. Давай, последний раз. С этим человеком... Я опять нубик. Ну, ничего, выживешь и так. О, тут этот... Если что, то смотрите, вот бейджи. Я вам сейчас просто покажу, что это реально я изгоняла Раша. Так, где тут это достижение? Что, я внешка? Так, сейчас. Вот, стоят Use Graphics. Я зашел в лифт. Rush. Где ты, блин? Здравствуй. В конце. В общем, это типа использую крест на Раша. Тин-тин-тун-тин-тун-тин-чун-чун-чун. К нам нюбик. Нюбик. Мы все умрем, особенно ты, Ярослав. Что-то мы горим пахнет. Это ты сгорел на солнце. Не, реально, горел он пахнет. На солнце пахнет. Фу, ты сгорела на солнце. Ну, в прямом смысле пахнет. Ладно. Что? Выпутите. Ты дыщ. Ты давай, дыщ. Ты дыщ. Все, погнали. Ты дыщ. Выпутите, блин. Короче, смотри над дверью. Что над дверью может быть крест. А у может меня быть, 20 монеток. А может быть даже 2. Так, я тут утаю. Тут вообще ничего нету. Слушай, тут парень решил, видно, пройти спиндаметр по дорсу. Он вообще не останавливается поутать. Тут парень. У меня 45 монет. У меня 0. Давай беги, этот парень настроен серьезно. Этот, который... Я самый последний. Который впереди всех бежит, он настроен серьезно. О, деньги. У тебя сколько денег? У меня 45. У меня 25. У меня 70. У меня 55. Так, ладно, погнали. Да блин, там сейчас... Тут 2 сундука. И фонарик. А у меня 10 монет. У меня фонарик теперь есть. Поздравляю. А у меня только 10 монет.
150 монеток. Я поняла. Вот этот, вот эти два человека, они тиммеры. Тиммейты, короче. А в каком смысле тиммейт? Ну, ждали. Блин, снова глаза. Согла, это реально суперхард мод. Походу. Только без этих челов. Так, блин, этот чел теперь все время открывает двери первым. Поморгала. Поморгала. Блин, я последний буду, мне не повезло. Залезай! Залезай! Как, думаешь, кто-нибудь чем идет? Никто не умер. Там один чел, блин, у меня ничего нет, а он прошел вперед. А все, я все вижу. А у тебя я не вижу. Слушай, пацаны тут как-то, они, знаешь, они реально захотели пройти спиндометр по дорсу. Они просто не останавливаются. Даже поесть не останавливаются. А тебя я вообще не вижу. Вот, вижу. Давай. О, у меня фонарик есть. Слава богу, фонарику. Так. Так, тихо. Это мне... Если батарейки будут, то скажи. Скажу. У меня багают эти челики. Они ходят на одном месте. А у меня отбагали. У меня... Я сейчас матом начну ругаться. Это видео для детей, Ярик. Видео для так, детей. Так, ливай. Нет. Я тебе... Даш! Я тебе сказала, что... У меня эррор-код. Это не... Я не умер, это эррор-код. Сейчас я умру. Это умру. Твой интернет. Я умру специально, чтобы деньги получить. А то я ливаю и денег не получаю. Так, я в курсах, что у меня проблемы с Рашем. Давай. Все, спасибо за деньги, которых мне, видно, не суждено дождаться. Если у тебя еще раз эррор-код или что-то такое будет, или если умрешь, то я буду проходить сама. Потому что с меня хватит. Я тебе говорю, что я больше про, чем ты. Все, давай, заходим. Заходим. Ты где? Заходим. Вот я. Вот я. Прыгу. Я вот прыгу. Я прыгаю, ты где? А я в шкафу. Фу. В лифте. Что вижу? Божечки мой. Вот все. Познакомьтесь, Тимати. Так, смотри, как забагаться можно. Я стою на стене. Ну, блин. О, мы вдвоем. Нет, троем. Вдвоем. Он вышел в последнюю секунду. Вот у меня написано трое было. Так это так написано. Ну, это не так. Может, я одна могу от 13 двери до 87 пройти. Давай спорим, что этот чел не вышел. Вышел. Давай. Вышел. Поспорим. Спорим. Смотри, вот сейчас вот можем пропустить. А, да, этого чела нету. Да! Вот про этих людей я и говорила. Ладно. Пошли спиндометр по Майнкрафту, блин, делать. Так, все, погнали. Деньги. Это мне. 25 монеток. Спасибо. У меня тоже 25 монеток. Поздравляю. У меня 30 теперь. Ха-ха. У меня, да, 5 больше. Погоди ты меня. Ха. Сразу. Да. Ну да ладно, я тебе еще это припомню. Ой, вообще-то это я тебя припомнила, когда ты мне забирал деньги. Опа-на. Опа. 110. Шестая. Так. Немножечко денег. Чуть совсем. Так, там все закрыто. О, Матерь Божья. Подожди. О! А, нет, не О. Так, блин. Можно мне вот самый нижний ящик? Спасибо за 5 монет, которые мне не нужны. Мне нужно 10. Мы бы экран протереть, конечно. Шушу? Шушу не так. Дальше накричи. Тут дюб. А, нет. Там, походу, реально тащи кричали. Слышишь? Слышу. Реально, кажется, мне кричат. Да, давай я по окну посмотрю. Нет, не смотри. Тебе сказали не выходить из кадра. Просто чуть-чуть. А где ключ, кстати? Не знаю.
Но он у меня, а... Что требовалось доказать? Ты врун. Ну вот не надо, это я тебе припоминаю, чтоб я монетки собрал. Между прочим, ты у меня тоже монетки собирал. Забирал, поэтому это я тебе припомнила. То есть ты мне припомнил за то, что я тебе припомнила. Будет свечка там. Мне она не нужна. У тебя сколько монеток? 90. У меня 165. Хм-хм. Иди утай. Помогу тебе. Так уж и быть. О, а тут еще деньги. Оба-на, мои. Так, на 13-ю, да. Опять шкаф. На в 14. Какой шкаф? Какой шкаф? Погоди меня. Подожди. Я пойду лутать. Никакого шкафа нет. Погоди. Смотри, тут два ящика. Я тебе один дам. Давай, мне один. Все. Все. Вот сейчас уже по-честному. Вот сейчас уже будет лутать. Ой, у меня 275. У меня 235. Дюб. Вот кого я ненавижу. Ну, ничего. Я знаю легкий способ. Сейчас посмотрим. Вот это вот правильное, в которую я сейчас иду. Вот это вот правильное. 15-е правильное. Иди. Потому что мне кажется, сейчас будет моргать. Что как? Требовалось доказать. Я под кровать, короче. Залез? Почему я не могу залезать? У меня кнопка не нажимается. Ты выжил? Что, я выжил. А как ты выжил, если у тебя кнопка не нажимается? Это у меня багает. А, у меня тоже бывает багает, когда я вот присела, и не с первого раза, когда я убегаю от сик, у меня получается встать. 18-е. А где, как? А вот погоди, я... не надо ничего делать, а как? Я что к тебе вы... иду, это надо делать, вот. А, все, вижу. Все, я тебя вижу. Вот. Почему-то мне кажется... Это что... у меня. Ну да, я ж не в темноте. Хотя Скрич вообще офигел. Что это? Он не в темноте псыкает. 18-е, 19-е. Так, надеюсь, мы от Чика убежим. Надеюсь, что ты убежишь. Ну, конечно, я тоже плоховато от него убегаю. Но все-таки мне нравится больше библиотека. Она легче. Ну, по чуть-чуть. Рары так... Нам в какую дверь? Так, нам в 23-ю, если что, вроде бы. Вроде бы! Так что сейчас, стоп. Это не точно. В 23-ю. Так, надо давай просто, картинки. Нужно просто встать, если она не открывается, значит, это не настоящая. Ей надо картинки здесь. А, так я поставила. Так, давай. Так, все сделаю. Все правильно. Наконец будет моргать. Mm-mm. Ну что, не... Как? Хм. Кто дверь открыл? Я, наверное. Погнали. Выжил? Выжил. У тебя свечка, а не фонарик. Ну, я и говорю, свечка. Так, ну тут длинный коридор какой-то, мне страшно. Так, где что, как, почему? А что? Вот. Не бойся, Сика здесь не будет. Я буду ключ от хилочной. У меня точно хватит на ключ от хилочной, потому что у меня осталось 70 монет. Мне очень много. Так, давай ты не будешь лутать те ящики, ну где вот эти вот прямые двери. Прямые? А, хорошо. Но если там будет два ящика... Да, договорились, я тебя позову. Все, нет, это не картина, готово. Это не картина. Сейчас я буду... Сик, посмотри на меня, не убивай Ярика, иначе я собой тебя когда-нибудь изгоню. Это глаза. Это глаза, я в курсах. А я сейчас глазу говорила, это не картина. Я в курсах, что это не картина, ладно? Спиндаметр по Майнкрафту, по Дорсу. О, сейчас Сик. Ты будешь на нем стоять? Не, я не буду. А я буду. А, давай, ты где? Ты где? Ты утаешь там? Чё? Капец, мне нужно было чуть-чуть подальше назад.
Ладно, мне почему-то кажется, что сейчас я не сбегу. Короче, побежали. А куда в дверь? Я еще не добежала. Так, направо. Сейчас все будет удачно. И мы дойдем... куда? Середина. Так, я точно пройду. Я должна пройти. Я тоже должен. Правда? У меня багает, нечестно. Сейчас съели? Нет. Так, все нормально. Вот ты прям в углу так был, что мне показалось, что ты умер. Не, серьезно. 39-е. Все, 30. Так хорошо, что ты жив. Так, если мы сейчас дойдем до библиотеки. Вот это моя стихия. Библиотека – это моя стихия. Я просто обожаю библиотеку. И я в последнее время умираю в ней только по нужде. Ну, чтобы деньги получить. Что если я ливаю, то я не получаю деньги, но получаю смерть. Типа я умерла, но деньги я не получаю. Так, ключик. Тут карандаш. Подожди, а карандаш же можно вставить в ключ. Блин, меня куда-то заносит. Почему-то кажется, что вот тут вот ключ где-то. Да, реально. Он... Слышишь? Угу. Я же тебе говорю, он еще и разговаривает. Ну, отца 40-й здесь. Так, нам 40-ю, да. Я просто не сразу заметила, что тут дюб. Сейчас поморгает. Ничего, поморгала, да. Где? Возле шкаф стой. А достань свою свечку, посмотри. Горит? Горит. Все нормально. Что я тогда пойду? Нет, погоди. Я хотел залутать. Погоди, не открывай. Да не открываю я. Потому что я знаю, что сейчас моргать, наверное, будет. Ну, оно и есть. Да, мои сумоедок. Ну, что, понял? Залезай. Молодец, все, больше никаких рашей не будет. У меня снова скример пролетел перед глазами. У меня тоже. Ну, блин, я не успею на хилочную накопить, наверное. Ну, думаешь, у тебя сколько? У меня 415. А, ну, 415 ты хотя бы на хилочную накопил. Это так, у меня? 45, это у меня? 46. Погоди, не, можно я на крест накоплю? Да копи давай. Копи давай. А мне на хилочную хотя бы накопить. Она стоит 400. Вот тут вот еще ящики. Я думаю, что здесь что-то будет. Ничего не будет. Ничего. А можно мне на шкаф залезть? Может, там какая-нибудь секретка, допустим? Я просто мастер по добыванию книг. Поморгала. Так. Нет, не моргала. Достань свечку, пожалуйста. Ради меня. Горит. Вот он горит. Потому что 48-я дверь. О, Матерь Божья. Матерь Божья. У тебя сколько? У меня 455. Если на кухню... Давай, ты иди там копи. Так, давай я здесь. Давай, иди. Здесь что-то обычное. Тут обычно может и повезти, и не повезти. Тут моргает. Так, нету. Моргает. А, я прыгаю как будто бы. Все, 505. Можешь забирать монетки. А, подожди, а где? А кто? Вот, вот здесь что. Так ты не иди. А, еще. А, нет, тут все. Нет. Иди. Я сразу буду ползти. Я первая соберу. Вот это моя стихия. Я это реально просто обожаю. Привет, я. Катя. Ползти. Смотри. Смотри фокус. Она зажигалку слышит? Откуда я знаю? Мне кажется, тут не очень-то темно. Да блин. Где книги? Тут обычно сразу книги. Слышишь звук? Это у меня звук сияния? Не у меня звук сияния. Когда слышишь звук сияния, значит книга рядом, а не фигура. А где фигура? Фигура рядом со мной. Да блин, что у тебя журчание есть, а у меня нет? Вот она сейчас ко мне пошла. Она сюда просто никогда не заходит. Все, она пошла обратно. Она сейчас наверх попрется. Так, тихо, звук сияния у меня вроде бы. Да! Книжка! Меня съела как? А что случилось? А как она меня съела? Ты встал? Нет, я на корточках был.
Не двигался. А ты где был? Я был за столбом. А это за... Так она тебе руками нащупала. Ты чё? Так она руками щупает. Ты чё, забыл? Так же, как и Грин. Блин. Он руками щупает. Ты чё, забыл? Вот так все время. У меня так тоже сначала. Ненавижу её. Вот я люблю. Матерь Божья, что ты на меня оглянулась? Она все прекрасно видит. Но это не точно. Ладно, я погнала. Ливай. Да ну что? Я с тобой договорилась. Да ну блин, да ну так нечестно. Ты 100 лет это будешь делать. В смысле 100 лет? В прямом. Ну давай попробуем еще раз. Только вместе. Еще одна книжка. Да ну давай только вместе. Тащ! Слушай, мы с тобой договорились. Тогда я в другую вообще игру буду играть. Ты издеваешься? Не надо было тогда. Что не надо было тогда? Мне отказывать. Я хочу себе скин фигуры сделать. Задонатить и сделать себе скин фигуры. Чтобы потом ты меня пугала? Нет. Я же буду бегать, как обычный человек. Обычно я быстро прохожу фигуру. Ну, достаточно. Просто проблема в том, что никто не доживает до фигуры. Давай, ты прись туда, а тебе тут не место жить. Давай, иди, тебе здесь не место. Тебе тут не рады. Ты слепая, тебе тут не рады. Звук сияния. Насколько звук сияния? Так, тихо. Молчим. Матерь Божья, она никогда так близко... Слушай, я в хардмод попала, она никогда так близко не проходила. Звук сияния. Насколько звук сияния? Где... Ну давай вместе. Я быстро... Перчик. Я тогда умру. Специально, чтобы деньги получить. Сейчас я. Она меня услышала? Серьезно? Ты серьезно? Слушай, ты не бегай за мной. Че, она... В смысле, ты меня не слышишь? Алло, божеч мой, давай. Молодец. Хорошо, это последний раз. Убил фигура. Убила. Убил. В последний раз. 13%. Последний раз. Но если ты умрешь, то тогда я буду одна проходить. Договорились. Ты это договорились, уже знаешь, сколько раз проходишь. Говоришь. Коль бы еще кто-то был. Выпучите. Ты обещания не держишь. Иногда держу. Иногда. В том-то и дело, что иногда. Выпучите. Вот башня героев, кстати. Выпучите. Перестань! Лилька хотела сказать, что Лилька без нас уедет, но он не уедет без нас. Хе-хе, бой. Все, погнали. Ничего не покупаем, до слова совсем. Давай, пропускаем, давайте. Стоп. Спиндометр по дорсу идет. Ты забагался. А, нет, не забагался, ты просто... Стоп. А почему я не могу? У меня опять экран. У меня опять что-то с экраном. Таща. Капец. Вот настройки. Вот эту фигню нажимаешь. Матерь Божья, я не знаю, что такое. Я не знаю, что с тобой, реально. Ты не понял? Матерь Божья.
Видно, тебя фигура так проклянула. Походу. Ты слишком много умирал. Поквакай. Поквакай еще. О, все. Вот ты молодец. Все, погнали, пока нас не телепортнуло. Мы бежим тупо со скоростью света. Бежим, 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 бежим. До какой двери дошли? Мать Божья, не сюда. Вот они там. Все, мы их догнали. Нет, мы их не догнали. Они реально хотят спиндаметр по Дорсу сделать. Очень быстро хотят Дорс пройти. Ура, мы их догнали. По-настоящему. Одинокий фонарь. Так, десятая дверь. Тут ключ искать надо. Эй, ты что, мои двери прыщи? Ура, у меня 15 монеток. Поздравляю, у меня ровно 0. Блин, ненавижу кровати. Под них случайно залезаешь? Да. О, тебе сколько? 105. Как тебе везет-то? 110. 115. Да хватит уже. Офигеть. Хе-хе, а только 11-я дверь. Так, чел, погнали лутать. Пацан, ты мои деньги заберешь. Блин, у меня 10%, ну ничего. А где? Нет у тебя ключа. Понял, вас понял. Нет ни у кого ключа, получается. Получается, вы издеваетесь, у вас нету ключа? У вас нету ключа? Вы серьезно? Походу. Трэш, у кого-то точно есть ключ, я чувствую. Путеводный свет, помоги этим чувакам. Может, он в костре, не знаю. Блин. Была бы у меня отмычка, был бы у меня крест, я бы их всех изгнала. Мать Божья, что случилось? О, наконец-то! Ура! Поморгала или нет? Нет. Ты где? Темнота. Ненавижу темноту, потому что тут есть скрич. Блин, поморгала, 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 поморгала. Я, знаете, я вернусь обратно. Я то же самое сделаю. Я вернулась обратно. Правда, у меня может пол хп потом снять? О, привет. Я тебя не вижу, но тем не менее, здравствуй. Ура! Я нашла выход. Я нашла выход из темноты. А ты нашел выход из темноты? Да, я за тобой бегу. А, молодец. Это спиндаметр по Дорсу. Я ничего не лутаю, потому что... Воздевайся. Короче, следуем за ковром. Блин, тут снова темнота, и шкафы падают. Блин. Матерь Божья. Матерь Божья. А что делать? Куда бежать? Куда бежать, что делать? Слишком много темноты. Мне, наверное... Так, все, я нашла. Вот хорошо, вот тут вот ходят. О, они тут зажигалки. Тут кто-то... Тут чела зажигалка. Все, я наконец-то пришел. Ура, тут... Чего я не могу картину взять? А у меня багает. У меня тоже, тоже бага. Так у меня все время сейчас так багает. Да хоре псыкать не в темноте. Офигел совсем, что ли? Эмоциональный человек. Трэш. Восплэш, конечно, постарался. Спасибо ему, если он смотрит это видео. Что, поморгала? Поморгала. Да, реально. Матерь Божья, у тебя слишком громко. У тебя стоит на громкоговорителе, все выжили. Ты где? Тебя одного не видно. О, все, я тут сзади вас всех. Ура, молодец. Что, я такого ты давно не видел? Да, это мини-библиотека, в которой нет фигуры. Повезло хардмодсам. Если они дошли до фигуры, ее можно взорвать и спокойно проходить. Фигуру. Да, два ряда, но можно не на корточках. Что в три раза быстрее. Так. Так. О, монеты, 125 монет. Так, куда? А куда нам переться? Это ж мне знать. Так, сейчас проверим. Короче, была не была? 27-я. Божеч мой. Это я для вас все сделала. А нельзя было подойти и посмотреть? Еще
фейковая дверь еще и стучит. У тебя сколько монет? У меня 125. У меня тоже. Резня. Вот сейчас будет сик. Нам повезло, что все выжили. Так, моргало. Мне не хватает шкафа. Хватает. Правда, нам придется сейчас путаться в темноте. Не поняла, где он? Это у тебя багает игра. Очень. Чего не могу выйти? Это у тебя багает игра. Ну, угадай, что у меня? Я знаю, он вечно... Ты вот... Ну, вот ты... Ты депх! Вот ты кто! Вот! Вот, смотри, вот ты кто! Депх! Я прям так в чат не напишу. Трэш. Прям так вот и написала. Так. Трэш. Это сколько процентов? Точно больше 5. Ну, я думаю... А, глазенки. Я думаю, мы уже хорошо записали так. Ну, может, уже заканчивать? Всем пока-пока! В общем, ну да. Но... Скоро мы сделаем видео, точнее я сделаю видео, где я расскажу вам, как получить бесплатное возрождение. Только Ярику не показывайте.